Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами лунный календарь стрижки волос на 15 ноября. Очень важная ценная информация, которую мы рекомендуем каждому просмотреть. И прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Друзья, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас важная и ценная информация. Итак, друзья, лунный календарь на 15 ноября касательно стрижки волос для каждого знака зодиака. Итак, уважаемые овны, для вас сегодня самое благоприятное время, чтобы подстригаться. Особенно хорошо сделать красивую стрижку с выбритым затылком на колорированные волосы. Для женщин после 50 лет лучше выбрать временной промежуток с 12 часов 10 минут до 21 часа 50 минут по московскому времени. Далее знак зодиака Телец. Уважаемые тельцы, вам сегодня полезно зайти в салон красоты. Особенно чудесно сделать молодежную стрижку, градуированный боб с челкой на бок. Для праздничных причесок лучше выбрать промежуток времени с 13 часов 25 минут до 15 часов 10 минут. Минут по московскому времени. Близнецы, уважаемые близнецы, вам сегодня обязательно нужно посетить стилиста. Особенно чудесно сделать самую модную стрижку с выбритым затылком на волосы выше плеч. Для вечерних причесок лучше выбрать временной промежуток с 10 часов 25 минут до 15 часов 35 минут по Москве. Далее знак зодиака Рак. Уважаемые раки, для вас самое сегодня благоприятное время, чтобы стричься. Особенно интересно сделать классическую стрижку прямой боб на волосы по плечи. Для молодых девушек лучше выбрать промежуток времени с 9 утра до 16 часов. Далее Лев. Уважаемые львы, для вас благоприятный день, чтобы подстричься. Особенно хорошо сделать очень красивую стрижку, удлиненная шапочка на средней длины волосы головы. Для женщин после 40 лет лучше выбрать время с 10 часов утра до 23 часов. Далее Дева. Уважаемая Дева, для вас подходящее время, чтобы посетить сегодня парикмахерскую. Особенно интересно сделать красивую стрижку, объемное каре на волосы по плечи. Для девушек около 30 лет лучше выбрать время с 8 утра до 22 часов. Далее весы. Уважаемые весы, для вас также подходящее время, чтобы посетить мастера-парикмахера. Особенно удачно сделать стильную стрижку, длинное каре с челкой. Для квадратного лица лучше выбрать время с 8 часов 10 минут до 19 часов 30 минут. Далее Скорпион. Уважаемые Скорпионы, вам сегодня можно стричься, особенно удачно сделать красивую стрижку с выбритыми висками на короткие волосы головы. Для квадратного лица лучше выбрать промежуток времени с 10 часов 20 минут до 17 часов. Стрелец. Уважаемые стрельцы, вам нужно сегодня стричься, особенно хорошо сделать какую-то креативную стрижку, например, каре с удлинением, с круглой челкой. Для женщин после 50 лет лучше выбрать временной промежуток с 10 часов 45 минут до 15 часов 40 минут. Козерог. Уважаемые козероги, вам полезно сегодня заняться своей прической. Особенно хорошо сделать популярную стрижку с выбритым затылком на волосы чуть ниже плеч. Для девушек до 30 лет лучше выбрать время с 10 часов 20 минут до 15 часов 40 минут. Водолей. Уважаемые водолеи, а вот вам сегодня точно не стоит делать прическу. Лучше отложите на другой день, иначе это не принесет вам радости и удовлетворения. Рыбы. Уважаемые рыбы, для вас подходящее время, чтобы заняться своей внешностью. Особенно чудесно сделать какую-то креативную стрижку, например, косое каре на волосы до плеч. Для круглого полного лица лучше выбрать время с 11 часов 10 минут до 22 часов 30 минут по Москве. Вот такой, друзья, у нас с вами лунный календарь стрижки волос для каждого знака зодиака на 15 ноября.